В этом году фестиваль был посвящен Году театра в России. Он прошел под девизом «Зарядись позитивом на всю жизнь» и был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Фестивальная смена, которая длилась 14 дней, была насыщена интересными событиями. Конкурсная программа включала в себя битву талантов, танцевальные соревнования, интеллектуальные викторины и другие мероприятия. Также школьники приняли участие в конкурсах презентаций о родном крае и социальных проектах. Мы старались во всех конкурсах принимать участие, и у нас многое получилось. Над многим мы будем работать, продолжая уже даже после фестиваля. Мы сделали для себя определенные выводы. Для десногорской команды «Ритм», которая состояла из учеников 9-10 классов 4-й школы, фестиваль прошел успешно. Школьники стали победителями в номинации «Артистизм» на 5 с плюсом. В основном были такие команды вообще очень-очень тяжелые, именно в плане состязаний вообще, очень хорошие конкуренты. Но мы справились, мы достаточно хорошо выступили в конце. На фестивале ребята также приняли участие в квесте «Атомная кругосветка», который проводил информационный центр атомной энергетики «Росатома». Начальник отдела управления информацией Смоленской АЭС Роман Петров от лица руководителя атомной станции поблагодарил школьников за активность и вручил им памятные подарки. Очень здорово, что вы, ребята, не сидите, как говорится, сидите, занимаетесь только школьными делами, школьными уроками. Ну и активно участвуете в таких глобальных проектах, не просто участвуете, но и участвуете хорошо и занимаете там призовые места. Завершилось мероприятие вручением золотых знаков ГТО ученикам и педагогам школы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.